Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня снова у нас PCI 5.0 SSD накопитель, но уже от бренда MSI. Это Spatium M570 с комплектным радиатором на 2 терабайта. Кстати, данный SSD уже свободно продается в России, поэтому без проблем его можно купить. Ссылочку на него оставлю под этим видео. Наконец-то пришло время для обзора второго PCI 5.0 SSD накопителя на канале. До этого был Aorus Gen 5 10000. Здесь, в принципе, ничего отличающегося от прошлого SSD нет. Здесь все тот же контроллер Phison E26. Те же самые TLC чипы 232-слойные от Micron. Ну и здесь у нас заявлен DRAM кэш объемом 4 гигабайта. Для версии объем 2 терабайта. Это очень даже неплохо. Что касается гарантии, то бренд MSI у нас из России не ушел, а значит, 5-летняя гарантия, нормальная, беспроблемная, как положено, в России действует. Что касается ресурса, то здесь 1400 терабайт для 2-терабайтного накопителя, очень даже обычно, как у большинства SSD накопителей. Но самое главное, что перед нами все-таки PCI 5.0 SSD накопитель, а также то, что я уже переехал на топовую платформу Intel 13-го поколения, это i9 13900K и материнская плата Z790 Apex. И тесты сегодня будут сделаны сначала на Intel, потом на AMD. И, соответственно, все это с вами мы сможем сразу же сравнить, посмотреть, кто оказался лучше. Радиатор в комплекте есть. Радиатор очень хорошо себя показал на примере PCI 4.0 SSD накопителей. Точно такой же он здесь остался. У нас есть гарантийная пломба. В случае повреждения мы лишимся гарантии, а что делать тем, кто хочет этот SSD использовать без радиатора? Видимо, у компании MSI появится отдельная версия без радиатора с возможностью установки под любой ваш радиатор от вашей материнской платы, либо там отдельно купленный, но все же. Так что давайте переходить к тестам, после чего этот SSD обязательно разберем и посмотрим на начинку. SSD накопитель MSI Spatium M570HS у нас установлен. Переходим в управление дисками для инициализации нашего нового накопителя. Далее нам необходимо наш новенький накопитель отформатировать. Делаем это файловую систему NTFS. Ждем завершения форматирования. Чистый объем у нас 1863 гигабайта. Смотрим, до скольки у нас округлит операционная система. Отлично, форматирование завершено. Чистый объем 1,81 терабайта. Теперь закрываем все ненужные нам окна и переходим в Crystal Disk Info, где мы посмотрим на смарт-параметры нашего SSD накопителя. Хосты чтения записи по нулям, одно включение, 0 часов работы. Перед нами абсолютно новый PCI 5.0 SSD от MSI и температура всего 35 градусов. Кстати, для контроля за температурой запустим CPU ID Hardware Monitor, где мы будем отслеживать все изменения, а точнее максимальную температуру в процессе тестов. Сворачиваем все ненужные нам устройства, кроме нашего SSD MSI. Отлично, таким вот образом все это разместим. Ну и давайте попробуем определить начинку нашего SSD утилитами от Вадима Очкина. Мы знаем, что здесь у нас Phison E26. Это у нас первый PCI 4.0 контроллер от Phison. Ну и давайте мы в этом с вами убедимся. Память у нас здесь не определилась, хотя контроллер у нас здесь без проблем определяется. Все супер, никаких претензий здесь нет. Ну, кроме как тому, что память у нас здесь не определилась. Также у нас и не определился размер DRAM кэша, который здесь должен быть 4 гигабайта. Но давайте посмотрим, что еще мы можем увидеть по контроллеру, но уже через утилиту AIDA64. Для этого переходим в хранение данных. Вот он наш SSD. Нет, друзья, к сожалению, здесь у нас ничего не определяется. Контроллер видим, что Phison, но точную модель мы с вами уже увидели. Что касается температурных датчиков, их у нас здесь один. Что ж, он нам, в принципе, тогда не интересен, потому что мы все температуры видим здесь. Ну и пришло время переходить к обкатке нашего SSD накопителя. Это тест диска AIDA64. Выбираем, включаем сначала тест записи. Выбираем линейную запись. Наш SSD MSI уже выбран. И запускаем тест. Остается только подождать.
Но пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD с Patium M570 в погоне за скоростью. Компания MSI рада представить современные накопители с потрясающей скоростью чтения и записи данных. Серия с Patium – заряд ускорения для вашего компьютера. 10 тысяч на чтение, 10 тысяч на запись. Вау, круто. Режим PCIe 5.0. Данное устройство создано на базе передовой флеш-памяти 3D NAND, что в сочетании с поддержкой режима PCIe 5.0 обеспечивает полуторакратный прирост скорости чтения и записи по сравнению с накопителем предыдущего поколения. А вот если бы полная вся шина была задействована, то было бы, конечно же, двухкратное увеличение производительности. Бескомпромиссная скорость, да, мы увидели 10 тысяч. Алюминиевый радиатор, который хорошо себя показывал как на PCIe 4.0 накопителях, так, я надеюсь, и здесь покажет себя хорошо. Надежное устройство, все современные технологии здесь есть, создан для победы, делайте больше, ваши данные в полном порядке, при помощи фирменной утилиты можно отслеживать. В партнерстве с производителем ПО, интерфейс M2 SSD самый стандартный, обычный, и, конечно же, 5-летняя гарантия. Еще раз, скорости до 10 тысяч на чтение и запись, ресурс у нас до 1400 терабайт, если мы перейдем спецификации по нашему накопителю, то бывает версия объема 1 терабайт и 2 терабайта. У нас самая старшая модель. Видим контроллер Phison E26, 3D NAND, какая-то память. На нашем накопителе объем 2 терабайта, 4 гигабайта DRAM кэша DDR4. Смотрим, что у нас дальше. Конечно же, поддержка всех версий PCI Express до 5. Так, скорости уже увидели, ресурс. 1400 терабайт на нашем SSD, нормально, стандартно, ничего необычного, и 5 лет гарантии. Ну что, тест у нас подходит к концу, 81 градус он у нас нагрелся, при этом скорости сейчас показывает SSD 1500 мегабайт в секунду, да, маловато, хотелось бы побольше, но самое главное, что мы видим, что здесь у нас точно TLC накопитель, потому что треть от общего объема у нас записывалась на максимальной скорости, потом скорость снизилась раз и скорость снизилась два. Это резкое снижение не похоже на тротлинг, но все-таки после этого снижения хотелось бы видеть скорости побольше, чем 1500 мегабайт в секунду. Как-то вот так. 81 градус, видим с вами, да, SSD у нас с вами хорошенько сейчас нагрелся, но вроде как без тротлинга. Посмотрим, что будет на тестах реальной записи, потому что вот эти два резких снижения скорости непонятно по какой причине произошли. Все это примерно через одинаковый промежуток времени, с ПК не выполнялось никаких задач, но снижения были. Слепо верить тестам ID64 мы с вами не будем, потому что на тестах реальной записи может все немножечко измениться, так что лучше дождемся тестов на реальную скорость записи. А сейчас переходим в управление дисками для инициализации нашего SSD. Заново создаем простой том NTFS. Ждем завершения форматирования, выполняем оптимизацию, делаем паузу 15 минут и выполняем синтетические тесты. Кстати, за 15 минут наш SSD остывает до 50, уже до 49 градусов. Нет, все-таки держится в районе 50. Что ж, давайте переходить к тестам. Ну что, тесты сделаны. Начинаем, как обычно, с Crystal Disk Mark. При заявленных 10 тысяч на чтение, 10 тысяч на запись, все у нас здесь полностью подтверждается. Что касается случайного 4К чтения, 97 мегабайт в секунду, отличный результат. Если мы посмотрим на тесты VS SSD Benchmark, накопитель набирает 12 252 балла. Тоже все в порядке. В ATO Disk Benchmark у нас великолепное значение на мелкоблочке на чтении, а вот на записи всего 15 мегабайт в секунду. Что-то как-то странновато. Но в целом все у нас на больших блоках упирается в пропускную способность. Здесь вопросов нет. В 3D Mark наш SSD набирает 5104 балла. Круто, да. Еще как. Накопитель показывает себя великолепно. Но давайте свернем все наши синтетические тесты. Кстати, давайте покажу вам операцию ввода-вывода, которую мы здесь получили. И можем переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого, как обычно, будем копировать папочку рендер объем 100 гигабайт, но, к сожалению, с PCIe 4.0 накопителя Samsung PM9A1, а не с PCIe 5.0. Но в любом случае у нас есть ограничения операционной системы Microsoft Windows. И мы, собственно, их в данный момент и можем наблюдать. 3,8, 3,9 гигабайт в секунду мы с вами можем наблюдать. Супер. Но это у нас запись первой папки. Надо посмотреть, что же будет у нас дальше. Так что смотрим, наблюдаем. На записи второй папки у нас все так же в максимум было 3,8, 3,9. Третья, четвертая,
5. На записи 6 папки у нас есть снижение до 3,2, 3,3 гигабайта в секунду. Очень-очень интересно. SSD потихонечку у нас нагревается. Ну а на записи 7 папки ждем снижения скорости после заполнения SLC кэша, которое мы, кстати, видели на тесте AD64. Но пока у нас со скоростью все в полном порядке. 3,2 гигабайта в секунду без проблем. 8, 9. И в конце записи 10 папки у нас есть снижение скорости до 1,1 гигабайт в секунду. И скорость возвращается обратно, снова идет вниз. Смотрим, что будет дальше. 11, 12. На записи 13 папки колебания у нас снизились с 1,2, 1,5 гигабайта в секунду до 1,309. Продолжаем заполнять SSD. В конце записи 14 папки у нас 82 градуса на SSD. На записи 15 папки у нас колебания стали еще выше. Вероятнее всего, это связано с нагревом SSD до 83 градусов. Температура у нас то опускается до 82, то поднимается обратно до 83. Вот здесь возможен уже тротлинг. Собственной скорости мы видим 500 мегабайт в секунду с подъемом до 1,5 гигабайта. Ну а на записи 16 папки скорость вроде как устаканилась в районе 800-900 мегабайт в секунду. Что ж, дальше заполнять SSD не вижу смысла. Сейчас ждем завершения, выполняем оптимизацию, делаем паузу 15 минут, после чего посмотрим, что нам покажет Crystal Disk Mark при таком заполнении. Ну и посмотрим, что будет дальше, если закинуть еще одну папку объем 100 гигабайт, например. Ну что, тест у нас завершен в Crystal Disk Mark. Если мы сравним с тем, что было у нас на абсолютно пустом SSD, то в принципе линейные скорости остались на том же уровне, случайная 4К. Тоже неплохо, неплохо, но давайте с вами посмотрим, что же будет у нас на записи еще одной папки объем 100 гигабайт. Вот она у нас. И закидываем 17-ю папку, 3,8 гигабайта в секунду. Все точно так же, как было на абсолютно пустом SSD. Смотрим, что будет дальше. И скорость у нас снижается после записи где-то 57 гигабайт. Возвращается вверх, сейчас снова пойдет вниз. Да, это мы с вами уже видели. И вот теперь скорость у нас точно так же держится на отметке 1,2 гигабайта в секунду. Что ж, по тестам реальной записи, я думаю, можно завершать. Все, что можно было, мы с вами здесь увидели. Давайте делать тесты на платформе AMD, а потом сравним, что в итоге получилось.
Итак, тесты сделаны, результаты получены, результаты, вот наконец-то великолепные, хорошие результаты мы с вами видим, потому что тестировалось на платформе Intel и потом на AMD. Что касается заявленных скоростей, то в Crystal Disk Mark они полностью подтверждаются как на платформе Intel, так и на платформе AMD, здесь никаких претензий. А вот что касается случайного 4К чтения, то все-таки платформа Intel показывает себя лучше на 12 мегабайт в секунду, 97 мегабайт в секунду, очень неплохой результат. Ну а AMD, как обычно, показывает результат пониже. Но куда более заметна разница на тесте AES SSD Benchmark, где тест приоритет делает не линейным скоростям, а именно случайным. И вот 12 тысяч баллов, которые получает Intel, по сравнению с AMD, где 7600 баллов, но как-то очень заметно, и здесь платформа Intel показывает себя куда лучше. Также заметна разница и в AutoDisk Benchmark, но только на мелкоблочке. Да, запись у нас невысокая по общим меркам, даже там PCIe 3.0 SSD накопители всего 15 мегабайт в секунду, но скорость чтения на Intel у нас 115, на AMD у нас 75. Ну, тоже разница прямо большая. Ну, если мы посмотрим на игровой бенчмарк 3D Mark, разница у нас тоже есть. Тоже все это в пользу результатов на платформе Intel. Но в любом случае, даже на платформе AMD, SSD показывает себя великолепно. Что касается тестов на реальную скорость записи. Да, тесты на реальной записи были не совсем корректны, потому что, во-первых, для тестов PCIe 5.0 SSD накопителей нужно копировать данные с другого быстрого PCIe 5.0 SSD накопителя. У меня такого нет, но даже на PCIe 4.0 SSD накопителе мы видим ограничение, где скорость упирается линейная примерно там в 3.8-3.9 гигабайт в секунду. И очень интересно было наблюдать снижение скорости после заполнения SLC кэша, который мы здесь получили примерно 510 гигабайт. Да, не треть от общего объема, получилось поменьше. Но сам факт, что после этого заполнения у нас скорость снижается всего лишь до 3,2 гигабайта в секунду. А это, блин, очень круто. И вот здесь, мне кажется, вся фишка PCIe 5.0 SSD накопителей. После заполнения SLC кэша у них скорость снижается гораздо меньше по сравнению с PCIe 4.0 SSD. Ну и после записи половины объема, это примерно 1 терабайт, скорость у нас снижается еще, в районе 1 гигабайта в секунду держится, и там в какой-то момент начинает снижаться еще сильнее, начинает колебаться, там вероятнее всего был тротлинг. Но тестировать данное SSD без радиатора, просто ради того, чтобы видеть, как он сильно нагревается, как бы осмысл. И так понятно, что PCIe 5.0 еще горячее, чем PCIe 4.0 SSD накопители. И тот сценарий, который показываю я вам, в обычном использовании практически невозможен. Вряд ли кто-то будет копировать такой большой объем данных с быстрого SSD на наш PCIe 5.0 SSD накопитель, тем самым прогревая его на максимум. Так что к охлаждению данного SSD я считаю, что вот этого радиатора тоже вполне себе достаточно. Да, если вы прямо вот будете следить за температурами, то вам придется привыкнуть к тому, что вы будете видеть отметку 50-60 градусов в простое на этом SSD. А что вы хотели? Быстрые SSD, они всегда горячие. Ну и что касается термоинтерфейса данного SSD накопителя, термоинтерфейса между нашим SSD и радиатором, то здесь у нас жидкая термопрокладка, которая достаточно хрупкая, ну и нет смысла его разбирать, друзья. Вам я вот вам все показал, контроллер подтверждается, Phison E26, DRAM кэш подтверждается, ну и чипы памяти тоже. Так что если вы действительно хотите купить PCIe 5.0 SSD накопитель, у вас есть поддержка вашего железа таких накопителей, то я думаю, этот SSD смело можно брать. Но блин, они стоят сегодня достаточно дорого. Но за те деньги, сколько стоит сегодня этот SSD, можно купить два топовых PCIe 4.0 SSD накопителя по 2 терабайта. То есть общим объемом 4 терабайта, а здесь всего лишь 2. В любом случае, данный SSD найдет своего покупателя для тех, кто покупает все ультимативное, дорогое, быстрое, самое лучшее. А в остальном, пока, друзья, я не вижу смысла в покупке в PCIe 5.0 SSD накопителей, потому что вот на примере этого SSD с контроллером Phison E26 шина PCIe 5.0 SSD не раскрыта. То есть мы не увидели 15 тысяч на чтение записи, мы увидели лишь 10 тысяч.
А значит, есть куда еще расти, а значит, ждем новые PCI 5.0 SSD накопители, которые будут еще быстрее, чем этот. Кстати, всю сумму на покупку данного SSD мы собрали в группе ВКонтакте. Этот SSD уже разыгран, после обзора поедет к своему победителю. Хотите также выигрывать SSD, принимайте участие в сборах. Все условия в группе ВК. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот PCI 5.0 SSD, ссылочку оставил, как всегда, внизу.